И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Димон Покемон и подписчики. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карту у нас FNAF 8, как и обещали, будем записывать прятки. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Димон первый нас ищет, если вы пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем. У тебя там глаза светятся так прикольно, как фонарики. Ну, так, здесь никого, но здесь куча кровяки и автоматы какие-то, так. Вот здесь кто-то есть? Никого. Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дайте знак. Дайте. Ой, вот, вижу знак, Димас. Летающий холодос. Короче, холодос. Тут лежит колбаса, пирожки, так что надо, доставай, когда проголодаешься. Кушал я одного. Опа, есть один челепиздрик. Решил меня накормить, да, Димас? Да-да-да, ты видишь, что в холодильнике лежит? Нет. И не увидишь. Вроде как дошиками попахивает. Заварил свежие доширачки. А помните вас, как мы хоррор проходили, а там дошираками заполнены все холодильник? Доширачки, похоже, как-то на рогачки, да, от слова? Да. Это у вас от этого и произошло, наверное. Так, что они ищут? Все автоматы обыскал. Ничего. Ну, пусто. А что, я думал, в автоматах что-то будет интересно. Наверное, нету. Так, вот за эту барную стойку я не зайду. Зайдешь. Придется как-то так смотреть, издалека. Вот, ребята, видите, улицу сделали офигенную. Ой, я лечу. А на улице есть, значит, вот. Чё? Чумной доктор. Классно сказать. О, так все просто и легко? Конечно. Так, а вот кажется мне, что в лесу живет какой-то Димас. А чё я живу там? Я не живу, там холодно в лесу. Ой, ты тут где-то, я просто... Ну всё, я не буду ничего говорить, может быть и здесь, давай. А может быть, всё может быть, а ребят. А Димон ищет меня, не находит никогда. Найду когда-то. Да не, Димон, я тебе потом подсказку дам, когда уже будет тяжело. А со мной тяжело. Ещё ищет Димас пару человечков. А, тогда не дам подсказку. Нас же трое, а ты один. Ну ты победитель, Димас, ты уже всё победил. Уже. Уже в прятках ты самый бешеный. Так потом я тебя не смогу найти, ты будешь выходить, как всегда буду ныть. Дима, не могу найти. Я помню, как на корабле в черной комнате спрятался. Да-да-да. А как я на балке, где мост был. Тоже есть такие надо нычки топовые вообще. Да, ребята, чтобы быть в курсе всех событий, смотрите предыдущие наши ролики с Димасиком. Потому что вы будете дознать, о чем мы разговариваем, о чем говорим. Так, будьте в курсе всех событий. Так. И бегает по лесу, бегает, никого не находит. Да, конечно, лес-то какой. Да. Большой. Красивая долина, можно отдохнуть, столик поставить. Это немножечко еще, знаешь, как будто деревья немножко в воздухе еще висят, есть такие. Но это оптимизация. Да, это говно. Ты че по деревьям лазишь, как белка? Так нечестно. А че, аниматроники по деревьям лазят? Да подожди, дай слезть-то хоть. Это знаешь как... Опа, вот так вот запрыгнул. Смотри, я на дерево лезу. Ну? Смотри. Оп. Полез на дерево. Давай. Хорошо получается. Димас, я выше полез. Чё-то я не вижу. Я уже много где посмотрел тебя, но нигде не нашел. Димас, могу дать подсказку. Хороший этот, как его? Прятальщик, да. Где тебя искать, засранца такого? Ой. Куда ты мог залезть? Ладно, давай, чтоб время не тянуть, я в лесу. А, я так и знал. Давай, ищите меня в лесу, пацаны. Я знаю. Ну, лес-то какой? Да тут леса 20 на 20 метров, ты чего? Так я, а я, видишь, уже весь лес осмотрел и тебя не нашел. Не, есть. Я конкретно даже стою на ветке, что меня видно. Я не прятался ни в текстурах, там ни за текстурой. Блин, так ты на ветке, я так и знал. Так та ветка прям торчит отдельно, я видно от всех. А смотри, а ты видел тут сколько веток, Димас, а? Ну, в этом есть прикол. Все просили в комментариях, чтобы мы записали в прятки именно в лесу. Ты, Димас, как гук на дереве, сейчас мы тебя найдем. Так. А как ты на дерево залез, хочешь сказать? На W нажал, а, на V, да, и залетел. Ой, я на деревьях сейчас буду. Все, пацаны, ищите деревья на гуке. Ищите деревья. Нифига себе здесь света, как тут найти кого-то вообще? Тут веток, Димас, 1000. А ты нам предлагаешь тебя на ветке на легкой найти. Не, сейчас я себя найду, я увижу, если меня плохо видно. Сейчас я себя найду. Димас, ты классно придумал. Да подожди ты.
Себя найду потом. Вот тут я. Ребята, вот тут я сижу на ветке. Но у меня нету. Я сижу здесь на ветке, но у меня нету. Ладно, сейчас. Найдем. Хорошая у тебя ветка, Димас, на самом-то деле. Так, вот здесь я где-то сижу. Здесь лес настолько густой, что я не знаю. Это может с какой стороны еще посмотреть где-то. Я сейчас, если плохо меня видно, я буду перебегать полегче. Ой, я слышу аниматроника, кто-то ходит прямо возле меня. Это я тут, как дурачок. Так. Ну и где ты? Я в лесу, ищу себя. Да. Серьезно, ты себя найти еще не можешь? Вон, я наш... Ага, все, спускаюсь. А чё, все уже? Так получается, я был на дереве за картой. Вот, блин, пацаны, я был на дереве за картой. Вот ты засор... А, нашел тебя, нашел. Блин, ребята, я все. Я не знал, что так будет. Иди сюда. Не судите меня строго, я хорошая собака. Кстати, типа за жопу. Я сейчас запрячусь в лесу, пацаны, и вы меня не догоните. Вот я за тебя, я прям впритык за тобой бегу. Куда ты спрячешься? А как ты под корни залез? Корешок, на тебе. Блин, я аж дернулся. Хорошо, ребята, теперь буду искать я, раз я такой умник. Да. Все, ребята, я иду искать. Да где ты? Иду уже. Куда, где то? Я тебе не буду говорить специально. О. А, вот ты как. А, ты бочка летающая. Я думаю, что ты спрашиваешь, где я? Здорово. Ну что, привет, бочоночек. Здорово, давай, ищи нас. А я знаю, где ты, Дима, ты знаешь, что я тебя сейчас найду? А, в этих ты думаешь я? Ну нет. Просто проверил, вдруг другие пацаны там. Меня здесь нету. Ты ж не один, может пацаны где-то тут палятся. Да, нас четверо, мощных ребятишек. Ой, блин, застрял. А вот я, кстати, вижу, даже когда за карту залетаю. Так, ты куда так телепортируешься? Куда я иду? Темно как-то очень. Давайте в конце подожду. А, вот. Так, вот здесь кто-то прячется. А где? О, я за этот съел. Генератор. Как? Я не знаю. Серьезно, генератор сожрал? Ну, лупанул его. Нормально, да, вижу. Вот вижу тебя. А что ты таким маленьким решил стать? А потому что скин был маленький, впадло менять. Не, так лучше, из-под земли видно. Да ты так читеришь. Нет. Ты будешь видеть все, что не нужно. Да. Там, где не нужно тебя смотреть. Как ты окно разбил? Я убийца окон, я люблю это делать. Ого, ты окна убийца. А здесь темно на улице-то, а? Ну да. Прям конкретно темно. Нет, я тут ничего не вижу, Димас. Так что, вы все, получается, запрятались теперь в этом? В лесу? Не, Димас, я в лесу не прятался, там темно. У тебя сколько жизни, говно! Димас, ты видел фонарик по вентиляции прибежал? Ну, у него жизни вроде много, я не могу его так убить. Давай. Концентрат, давай. Есть, Димон! Блин. Я, знаешь, я бы точно тут запрятался. Очень крутая нычка. Очень, да. Я даже не знаю, как я тебя увидел. Как-то случайно, что ли? Понравилось, да, тебе нычка вот эта моя? Я думаю, вот где-то в досках, что ли, или где-то на досках. Ты спрятался вообще офигенно. Так, Димончик, давай искать еще подписчика. Там один остался. А вот. Не, я того не дотронулся. Я не убил того. А не убил? Нет, они вдвоем ныкаются. А так я легко их убиваю, я же мастер. Ну давай, мастер-убийца подписчиков. Да ну не прям так, конечно. Не подписчиков, ну просто мастер искать человечка. Так, пошипел, никого не нашипел. Опа, нашел. Давай, есть, чумной доктор ушел. Давай, кто там еще у нас остался? Первый попался, засранец. Тут кто-то где-то сидит. Нашел второго. О, красава, Димон. Съел тебя, ура. Так, Димон, давай битву в конце устроим. О, уйди. Тут капхет, его надо убить. А, блин, Димон. Есть, Димончик. Еще один. Есть. Так, тихо. Меня не кушать. Как тебя не убить? Ну, убейся. Ну, убивай, вот он, Афтон. Есть. А, это не я убил.
Ну, получилось прикольно. И, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну, а всем отличного настроения и все, пока!